www.skyradio.fm. Привет! Сегодня мы идем на концерт группы «Город 312». И на самом деле песни группы «Город 312», они простые, они понятные всем людям. И сюжеты для этих песен можно найти буквально на каждом шагу. Вот, например, помните песню «А вернись»? Еще есть такая чудесная песня, как «Фонари». И сначала представляете себе аллеи, где много фонарей, или набережная, где много фонарей. Но фонари бывают разные. Правда, друг? Покажите мне фонарь. А что мне говорить? Еще была такая чудесная песня у группы «Город 312» «Девочка, которая хотела счастья». Узнаем сейчас, хотят ли счастья современные девушки. Простите, вы хотите счастья? Я хочу счастья. А вы хотите счастья? Хочу счастья. А вы хотите счастья? Хочу счастья. Скажите, какая вам песня нравится из группы «Город 312»? Обернись. А вам? Обернись. Обернись, а вам? Обернись. Всем обернись. Всем обернись. На расстоянии выстрела. Какая вам песня нравится из группы «Город 312»? Осталось. А вам? Космос. Какая вам песня нравится из группы «Город 312»? Обернись. Обернись. Да. А вам? Он курит, я не знаю. Ни одной? Не, просто все. Все нравятся? Да. Честно говоря, сегодня прошли и полюбили этот город. Хотим приехать потом жить, но когда уже более-менее так. Чего-нибудь такое достигнет, серьезно. Он тихий, спокойный, он очень кайфовый, серьезно говорю. Мы впервые где-то год, наверное, за 3 таких полных гастролей. Нам завтра будут показывать прям до самого отхода поезда ваш город. Мы очень рады.